Здесь можно поживиться. Эй, выходи, я тебя заметил. Выходи медленно, без резких движений. Вот так. Покажи мне руки. Так и иди. Как тебя зовут? Олег. Как ты здесь оказался? Я здесь живу. Давно? Уже несколько лет. Это можно назвать ссылкой. Правительство избавилось от меня, закинув в этот ад. А ты сталкер, причем, судя по твоему оружию и обмундированию, довольно опытный. Я много повидал таких, как ты. Большинство сразу открывало огонь, остальные убегали. Но ты, как я вижу, не такой, как все. И что же ты видишь? А ничего. Я лишь вижу четкую слаженность движений и поведения. Никто со мной не разговаривал. Что-то в тебе есть необычного. Ты не такой простак, что ищет денег и славы. У тебя другие цели. Ладно, я думаю, ты хочешь отсюда выбраться. Нам с тобой по пути. Вполне выгодная сделка для обеих сторон. Умеешь обращаться? Ты мне жизнь спас. Пошли, узнаем, кто это. Все, надо уходить. Неплохо он разбирается в вооружении. Ну, наверное, бросаю болт, я охреневаю. Болт, блин, нафиг не летает. Ну, думаю, глюк, перепил, спиртянин. Пока позвоню шастру. Так визуально все понимаешь, но... Ну, все, это трамплин. Где холм светлее. Ветерком оттуда тянет. Листики летают по спирали. Давич присел, взял камушек с земли, кинул на весь как. Не думаю, сейчас рванет. Ты хрен. Камушек спокойно упал на грудь, как будто там нет никакой аномалии.